Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина, и вы на моем канале. Сегодня у нас видео будет посвящено орхидейке. Маленькой орхидейке, которую мне подарили на день рождения в декабре месяце. У нас на канале есть видео о ней, о распаковке этой орхидейки. Вот. И сегодня хочу вам показать, как я ее пересажу. Побольше стаканчик. Вот. И сейчас мы приступаем к ее пересадке. Еще хочу сказать, что когда мне ее подарили, я ее поставила вот такой стаканчик маленький. На дно положила керамзит. Вот. И так вот ее поставила. Но как, вот уже вижу, что корешки облепили стаканчик. Уже ей тесно в нем, растит листик, корешки в активном росте, поэтому я ее хочу сегодня пересадить. Смотрите, какая у нас будет интересная пересадка. Я ее просто вытащу с этого транспортировочного стаканчика и помещу в этот. Керамзит оставлю на дне. Это ее родной керамзит, который она растет с декабря, поставила ее в этот стаканчик с декабря месяца. И сюда мы ее посадим. Сначала мы снимем транспортировочный стаканчик. Эта орхидейка приехала в амхе. И сегодня мы ее также посадим в мох. Смотрите, вот снимаем. Аккуратненько, там, где нет корешков, обрезаем. Вот так вот обрезали. И теперь аккуратненько по кругу. Вот так вот ее вытаскиваем. Вчера я ее намочила, полила. А сегодня вот у меня такой подносик поставила. Смотрите, мы посадим ее в этот же стаканчик, в котором она стояла. И добавим мха. Мух у меня вот такой сфагнум. Он живой был, в том году покупала, но он уже не зеленый, а такой светло-коричневый мох. Постепенно он высыхает, но я его всегда взбрызгиваю. Смотрите, немножко вспушим этот мох. Вот этот мы снимем, который немножко позеленел мох. Мы его уберем. Аккуратненько вот так вспушим. Орхидейка называется Замбия. Азиатская орхидейка. Она красивая. Я вам фотографию вставлю. Вот мы ее так аккуратненько вспушили. Расправили. На дно немножко кладем мха, чтобы вам видно было, поставлю подставочку. Вот так вот. Смотрите. Так у меня орхидейки все, которые в размере 1,7, я всегда так пересаживаю их. Вот так аккуратненько помещаем и по кругу вот так вот туда пропихиваем мох. Сейчас мы ее посадим. То есть это метод перевалки. Оставили ее в том же мхе, в ее родном. Но
добавим мха нового. Вот так вот аккуратно по контуру. Смотрите, здесь есть, остались такие промежутки. Мы их сейчас плотненько заделаем. Возьму палочку. Так, палочку взяла. И аккуратненько заполняем пустоты. Аккуратно, аккуратно. Вот туда пропихиваем мох. Стараемся плотненько утрамбовывать. И орхидейки так у меня прекрасно растут. А когда они подрастут, можно уже их сажать в горшочки побольше и добавлять коры плюс мох. Можно так оставлять мох с корой. А можно кору только совместить с каким-то влагоемким компонентом. Можно добавить сирамиса. Замечательно будет. Так, с этой стороны вот корешки боюсь зацепить. Аккуратненько мы проталкиваем мох. Ничего страшного, что мох уже не зеленый. В этом мхе орхидейки тоже растут в таком. Мы здесь оставим корешки, чтобы видно было, как они себя чувствуют. Не будем их закрывать. Хочу вам еще сейчас показать одну посадочку, которую я точно так сажала. Сейчас мы закончим. Эта орхидейка очень красивая. У нее краб такой фиолетово-розовый. Мы ее поливать не будем, так как она уже водичкой пропитана. Я ее вчера поливала. И сегодня я добавила мха, он влажный. Мох у меня, я его храню в банке. Всегда вспрыскиваю водичкой. Вот так мы посадили нашу орхидейку. Вот так вот. Здесь вот корешки оставили, чтобы наблюдать за ними, как себя будет чувствовать орхидейка. Вот здесь вот все заполнено. Пустот нет. Оставили ее родной керамзит, на котором она стояла. На дне сделали дырочки. Вот такая у нас посадочка. И поставим вот такой небольшой горшочек. А сейчас хочу показать вам еще одну орхидейку, которая растет у меня так же, как и эту мы посадили. Я ее покупала размер 1,7. Вот ее также пересадила, только на дно положила я сюда пеностекло. И смотрите, растет корешок уже вниз, пробивается туда. Смотрите, как она хорошо себя чувствует. Выпустила еще корешки. Это орхидейка желтый леопард. Тоже ставлю вам фотографию. Это фотографии не мои, не домашнего цветения, так как они у меня маленькие еще орхидейки, цветоносики еще не давали. Вот так, так тоже растет в такой посадке. Тоже здесь есть дырочка. Может, а вот, вот видно. Вот так вот у меня будут расти мои орхидейки. Мира всем, добра, спасибо за внимание.
И, конечно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока-пока!